Для начала мелко нарежем лук. Морковь натрем на крупной терке. У меня уже натертая, замороженная. Все это нам нужно обжарить. Я буду обжаривать сразу в кастрюле на растительном масле. Как только лук с морковью становится мягким, добавляем томатную пасту и жарим буквально пару минут. Всыпаем картофель, нарезанный кубиками, и заливаем водой. Подсаливаем, добавляем лавровый лист и варим до готовности картофеля. Тем временем я займусь рыбой. У меня сегодня пангасиус, нарезаю на небольшие кусочки. Отправляем ее в кастрюлю и варим 10 минут. Невероятный вкус этому супу придадут сливки. Жирность можно выбирать любую, сегодня у меня 10%. Доводим до кипения, засыпаем зелень, выключаем и даем супу настояться 10-15 минут. Быстрый, легкий в приготовлении, а самое главное, очень вкусный получается суп. Обязательно попробуйте, в моей семье его очень любят, особенно дети. Какой аромат! Ну а я, как всегда, желаю всем приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!